Бизнес должен мобилизоваться и доказать обществу, что именно он является опорой развития экономики. Принимаем на себя вызов и присоединяемся к акции «Бизнес-мобилизация». Принимаю эстафету «Бизнес-мобилизация». 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 Я присоединяюсь к «Бизнес-мобилизации страны». Мы планируем дойти до каждого района. Это позволяет нашим предпринимателям выйти на внешние рынки. Әрине бұл аз. Кепілдікке қоятын үйлерімізді соларда алып кредит берсе дейміз. Мы сталкиваемся с разными проблемами. Шешілмей жатқан жер мәселесі. Су мәселелерді шешуге. Бюрократические проволочки при оформлении правоустанавливающих и разрешительных документов. Нету рынка сбыта. Поэтому казахстанский бизнес не должен хранить молчание в этот ответственный период. Целиком и полностью поддерживаю. Если мы все будем активными, у нас все получится. Если бы была возможность, то мы могли бы удвоить или утроить даже. Наши предприятия могут удвоить объем выпускаемой продукции в течение 2 лет. Готов увеличить в 2016 году объемы производства молочной продукции до 10 тысяч тонн. Мы сможем производить 40 тысяч тонн мяса в год. В ближайшем будущем планируем открыть свое предприятие по производству детской одежды. Вместе мы сила.